Они готовы обеспечить безопасность. Наряды полиции и дорожно-патрульной службы, представители Нацгвардии, кинологи, конная полиция и общественные объединения собрались на площади Куйбышева. Сотни охранников правопорядка и законности проводят строевой смотр дважды в год. Цель вот этого гарнизонного нашего развода, ну, во-первых, проверить внешний вид личного состава, проверить знания соответствующих приказов и распоряжений, ну и показать жителям города Самары о том, что существует подразделение, которое может всегда их защитить. При проведении строевого смотра мы обращаем особое внимание это на внешний вид сотрудников полиции, наличие нагрудного знака, табельного огнестрельного оружия, специальных средств. Специальные средства – это у нас палка резиновая, наручники, газовый баллончик. А также планшет с документами, удостоверение и значок с номером, свисток и фонарик. Все это должно быть у сотрудника полиции, когда он выходит на службу. Каждый день самарские улицы патрулируют десятки нарядов. Вместе с ними охранять закон выходят и общественники. В строевом смотре, кроме сотрудников полиции и ДПС, принимают участие сотрудники добровольной народной дружины и частных охранных организаций. Лучшие общественники, которые отличились на службе, сейчас получают награды. В их числе Марат Минсафин. Днем он слесарь, а вечером 3 раза в неделю вместе с полицейскими патрулирует улицы. Самые частые нарушения – курение и употребление спиртного в общественных местах, кража и грабеж. Одного вора дружинник уже задержал и намерен дальше помогать полиции. Моя гражданская позиция, потому что все-таки в городе очень много, как говорится, людей, которые нарушают порядок общественный. Вот. С этим надо было как-то бороться, поэтому надо помогать полиции. После смотра на площади показывают отработанные навыки задержания преступников с помощью собак, а также спецоперацию «Перехват». Ловят водителя, который, по легенде, совершил ДТП с пострадавшими и скрылся с места аварии. Участники смотра получают оценку удовлетворительно. Прямо с площади парадным маршем отправляются на работу. Охранять на улицах покой. В ближайшее время начнется подготовка сотрудников полиции к работе в период чемпионата. Будут изучать иностранный язык. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.